Привет, друзья! Пришла ко мне долгожданная посылочка. Здесь находится у меня внешняя IP-камера для видеонаблюдения. Стоит эта камера $78. Шла ко мне 28 дней. Ссылочка будет под видео в описании. Давайте посмотрим. Если понравится, в принципе, можете заказывать. Много я изучал эту тематику, этот вопрос именно IP-камеры из Китая. Очень долго я искал, подыскивал по характеристикам, по всем номиналам. Но остановился именно на этой камере, то есть довольно-таки неплохое сочетание цены и качества. Производство Sinacam, это такой как бы бренд китайский, что ли, выпускает вот эти вот IP-шные камеры. Так, сейчас я ее быстренько попытаюсь распаковать, и мы продолжим. Вот так все это дело поставляется. Вот такой вот маленький коробок. И еще что-то к нему здесь прилеплено рядом. Давайте же посмотрим, что это такое. Так. Ага. Здесь у нас блок питания идет. Блок питания идет у нас на... Так. 12 вольт, 1 ампер. Ну, в принципе, по качеству неплохой. Кабель довольно-таки мягкий. Что-то я не помню, по-моему, блока питания не было в комплекте, поэтому, по-моему, тогда получается, что это у нас презент от продавца, ну, за что ему, в принципе, спасибо, молодец, учтем. Так, открываем камеру, что у нас здесь? Так, гарантийный талон, здесь у нас идут диск, там по-моему, ПО идет для работы с этой камерой. Так, здесь у нас мануальчик. Да, мануальчик, этап первый, этап второй, третий, четвертый, пятый. Так, и сама камера упакована, довольно-таки хорошо упакована. Поролончик, там все дела. Так, коробок в сторонку. Здесь у нас идут шурупчики с этими чопиками для фиксирования на стенку. И еще идет у нас антенка. Камера, IP-камера, идет у нас с Wi-Fi. То есть можно ее как через Ethernet-порт использовать, да, а также можно и по Wi-Fi. Поэтому специально именно ее я подбирал. Вот именно с такими характеристиками, с этими функциями, очень было трудно подобрать достойную камеру. Так, как она компактно сложена, металлическая, вот. Да, друзья, столько я искал эти камеры, что даже немножко запутался. Купил я не Sinacam, а ESCAM камеру. Стоит она $62. Вот, именно очень хорошее соотношение цена-качество и по обзорам, и по характеристикам вообще, вот сколько я смотрел. Именно вот она довольно-таки хорошая получается. Что мы здесь имеем? Имеем небольшой шнурок, сантиметров, наверное, 30. А здесь у нас Ethernet и, ну, RG45. И разъем для питания. Так, это шнурок, понятно. Антенка устанавливается, Wi-Fi для передачи данных, помимо того, что можем по кабелю. То есть там, где у вас нет возможности прокинуть кабель, да, а только питание, вы можете повесить эту камеру и без проблем подключаться к сети. Вот. Запись можно вести как на регистратор, можно также в облако, можно транслировать, там, например, с телефона смотреть с любой точки мира, на телефоне смотреть, что снимает эта камера. Ну, очень широкий спектр функций. Постараюсь потом все это в обзоре вам показать, как сам полностью все это дело изучу. Вот, потому что сейчас сразу на все вопросы я ответить не смогу. А здесь на коробочке идет наклейка со штрих-кодом, QR-код, то есть перейдя по которому, считав который, да, вы можете скачать приложение на телефон свой для того, чтобы управлять, ну, не управлять, а смотреть то, что снимает эта камера у себя на телефоне в любой точке мира. Вот. И здесь также есть характеристики небольшие. Линза здесь стоит 3,6 мм. Напряжение 12 вольт, 1 ампер необходим. Так, ну а дальше там IP-адреса пошли и все остальное. Но это вам не нужно, это нужно больше мне. Так, ну, здесь, в принципе, особо больше ничего нет такого. По корпусу. Корпус у нас идет металлический, ножка тоже металлическая. И очень часто встречалось такое, что вот ножки именно идут пластиковые. И люди как бы жалуются на то, что все-таки пластик это пластик, и очень быстро они выходят из строя. Здесь же шарнир установлен, очень тугой, да, прям очень тугой. Это, в принципе, хорошо. Крепится он у нас к стене, либо там к потолку, вот этими тремя саморезами. Здесь у нас установлена сама линза, сам объектив и 4 инфракрасных светодиода для подсветки ночью. То есть
кромешной тьме она видит, как кошка, грубо говоря, очень хорошо. Ну, потом также в примерах все это я вам покажу. И ниже объектива установлено, как я понимаю, это датчик освещенности. То есть, когда солнышко садится, на улице темнеет, автоматически включается инфракрасная подсветка, и камера без проблем видит ночью. Так, здесь также у нас наклейка. Да, кстати, моделька QD900 называется она. А есть там, по-моему, QD700, но они отличаются, если я не ошибаюсь, это вот именно наличием Wi-Fi. Та идет без Wi-Fi, это же с Wi-Fi. То есть именно с Wi-Fi я такую и хотел. Так, ну, кратенько по характеристикам. Съемку ведет эта камера с разрешением 1080p, что немаловажно для меня. Я не хотел 720, я именно хотел 1080. И, в принципе, за эту цену с Wi-Fi я ее нашел. Вот, жмет она, это кодеком H264. Так, линза 3,6 мм, я уже говорил. 4 светодиода, ну, вернее, инфракрасных светодиода. И бьют они на расстояние, по крайней мере, как заявлено, 15 метров. Ну, по факту, конечно же, это расстояние может быть и больше, но заявлено 15, то есть не менее 15, и будет очень хороший эффект, который должен устроить будет потребитель, да, то есть, в частности, меня. Защита у камеры IP66, то есть это пыль и влага защищенная камера. Без проблем может эксплуатироваться не только внутри помещения, но также и снаружи. Температурные режимы заявлены, по крайней мере, от минус 10 до плюс 60, влажность 10-90%. Вот, но это все заявленные характеристики, по факту опять же все это может отличаться, я так думаю, в большую даже степень. То есть мороз может не минус 10, а даже ниже, и жару тоже немножко даже повыше. Угол зрения самого объектива составляет 75-76 градусов. Диафрагма 1,6, то есть довольно-таки интересный показатель. Именно близко и к нему я и искал. То есть светочувствительность у него будет, конечно же, светопропускная способность будет, конечно, повыше. Но опять же, покажет только практика, что там у нас на деле. Датчик изображения, как заявлен, здесь 1,25, 1,3 мегапикселя. Ну, в принципе, характеристик как бы много, о них озвучивать сейчас я смысла не вижу, ссылочка есть под видео, можете перейти посмотреть, но довольно-таки интересная камера, сам форм-фактор мне понравился, я думаю, сейчас вот это я взял одну, поэкспериментирую с ней, поковыряюсь, настрою, вот, и буду заказывать потом еще. Да, кстати, у этого же продавца есть и также видеорегистраторы, именно вот цифровые, которые можно будет приобрести также в довесок к этой камере, то есть повесить один регистратор и на него уже вешать сколько нужно вам камеру, 1, 4, там 8, там есть разные регистраторы, можете зайти посмотреть. Вот, но в принципе, что эту камеру разглядывать, я так понимаю, хочется вам посмотреть именно картинка, какова будет здесь картинка, каково ее будет качество. Вот, ну сейчас я просто попробую, запишу, проэкспериментирую, а потом уже будет отдельное видео, где я покажу, как я настроил систему, то есть как я ее повесил, куда эту камеру, как повесил, как монтировал, как настраивал, какие есть нюансы и так далее. Так, ну а сейчас я попробую привести примеры, чтобы вы могли ознакомиться с качеством. И я думаю, также помимо видео, которое вы сейчас увидите, эти оригинал видео постараюсь разместить, наверное, на Яндекс.Диске где-нибудь. И ссылочки также оставлю под видео, чтобы вы могли скачать и именно в оригинале, не пережатое видео Ютубом, а именно в оригинале посмотреть, каково же качество. Дневная съемка, ночная, там сумерки и так далее. По максимуму постараюсь сделать, снять для вас, так что смотрите, я думаю, будет интересно. Вот, но в настройки я пока вдаваться не буду, потому что пока еще сам не разбирался, только покажу в итоге качество, а все остальные нюансы будет уже в следующем видео. Я думаю, ссылочку на то видео, когда оно появится, также будет под этим видео. Вот, так что на этом у меня пока все. Кому видео понравилось или было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите дальше видео. Всем пока!